видите, они тут по танкам Смотрите, как это солдаты разбирают. Очень жаль, они с казарами прям ночевали неделю, пожили. Это не важно. Да. Да. Ну, баба, это под десантных войск. И здесь еще песню, ребят, разрешите, мы и посвятим нашим ветеранам, которые отстояли наш город, отстояли нашу страну. Композиция «Свято чтим» за нашу победу! Десантных войск и разрешите композицию «Долг» мы исполним и подарим всему нашему городу. Тем более мы можем смело говорить, что в нашем коллективе есть девчонка, которая уже совершила 49 прыжков, Ольга Овчинникова. И знаете, она вообще сами в шоке от нее, конечно. То, что она за нашу 106-ю выступала на чемпионате ВДВ «Троеборье», заняла первое место. И в Самаре вооруженные силы, где всей России собрались, заняла третье место. Ольга Овчинникова. Вот такие у нас девчонки в нашем городе герои. И композицию «Долг» мы подарим девчонкам, нашим любимым. Поехали! Thank you.
задач у крылатой пехоты. Но мы знаем, что все будет сделано в срок. Всей нашего любимого города и нашей Тульской области. Крылатая гвардия, ваша поддержка. Поехали! Дорогие друзья, разрешите эту песню, которую мы сейчас играем. Мы ее посвятим гвардейскому 51-му полку и также 137-му нашему, 119-му. Она называется «Полки десантные» для наших пацанов и при вашей поддержке. За нашу победу! Спасибо! Вот пока увлечная.
легких, воздушных, десантных войсках я служу. Постарайтесь перепеть на припеве нас. Очень прошу, договорились? Так, девчонки, вы нам помогаете, договорились? Работаем за ВДВ. Поехали! С праздником! И наши руки за нашу победу! За наших пацанов! Мы лучшие! Я попал, и тем горжусь, где отвага и честь.